Уникальность этого кладбища заключается в том, что здесь можно найти могилы участников русско-турецкой войны, защитников Севастополя и военнопленных французов-англичан периода Крымской войны, участников Первой мировой войны, участников Второй мировой войны, а также представителей всех социальных групп населения города Херсона – дворян, купечества, духовенства, мещан, крестьян, которые датируются концом 17-го, началом 19-х веков. Thank you.
Thank you.